Приветствую вас. С точки зрения психологии, подобная позиция может быть следствием психологической защиты от какого-либо стресса. Либо это может быть последствием психологической, опять же, травмы. Либо это может быть следствием какого-либо заболевания. Я думаю, что в качестве рекомендации здесь можно будет выделить анализ момента, когда это началось, и, ну, соответственно, раскрытие деталей вашего состояния. И обращение к врачу, значит, на предмет физиологического заболевания. Вот. Ну, то есть, медицинское обследование. Такие варианты, такие направления. Потому что, ну, опять же, поймите правильно. Если вы испытываете некие проблемы, вот как вы пишете, будете забывать слова, не можете логически верно выстроить предложение, тут очень много причин, масса причин. И дабы вас не пугать, нужно, чтобы, с одной стороны, вы занялись своим физическим здоровьем, вот, а с другой стороны, нужно, чтобы вы занялись своим психологическим здоровьем, вот. То есть, начните с того, вот, с чего это началось, когда это началось. И я полагаю, что, ну, мы можем, значит, вам в этом помочь. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.